ты ослабел путей, ищи источник утешения в Боге, лишь у Него ты сможешь обрести духовных сил для жизни на дороге. Ты к людям обращаться не спеши, ведь не всегда они нас понимают. Учись все тайники своей души, нести Христу в молитве все слагая. Он не осудит и не упрекнет, непониманием своим не ранит, с тобой нагрузку вместе понесет, на полпути бросать тебя не станет. Ты окрепнув ближним понесешь не слабость, а духовные победы. Вместе с ними по пути пойдешь, который приведет всех верных в небо.